Блять, пуля, нет! Газон испортился. Давай прибегать, короче. Блин, что-то это, слушай. Так может еще кого? Андрюха, иди держи. Она шатается, серьезно. Ну, ребята, помогите мне держать еще. Нормально. Андрей, держите, вот она шатается, нереально. Еще разочек. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you, we will rock you, we will... Дорогой, что-то такая семейная жизнь меня не устраивает. Подожди, а что тебя не устраивает? Мы с тобой как договорились? Обязанности по дому распределять поровну. Ну вот смотри, я мораю, ты стираешь. Я мну, ты гладишь. Я сорю, ты прибираешь. Ты готовишь, я ем. Что тебя не устраивает? Маринка, угадай, куда мы с семьей едем в отпуск? В ту? В Цию. Нет, в ту? Низ. В Туа? А лет. В Туапсе, Марин. Понятно. Расскажешь потом, если вернешься. Так, Ролан, ну смотри. Вот он маховик. Ну да, с виду такой. Видно, его варили, что-то делали там. Хуй. Я так и не понял, да, изначально. То есть я снизу видел только вот эту часть. Когда я снял с обратной стороны, я охуел. Видишь, матрикс, как работать, дерево. Здесь все написано. Предназначен для универсальных распилочных работ. Это, блядь, был диск по дереву. То есть ты на циркулярке ездишь, в прямом смысле этого. Сегодня собирались с друзьями в баню, и один из наших друзей заявил, что с нами не пойдет, потому что хочет провести вечер с любимой, сделать ужин, подарить цветы, там, свечи. Ну, пришлось принимать меры. Вы психушку, вы что, угораете, что ли? Пошли, давай. Сюда. Надо меня сюда брать! Это вы кого вызвали? Вы что, угораете, что ли? Какую дурку?